Ну что, друзья, давайте посмотрим наши покупки. Мы с Дамиром очень придумали прикольный рингтон на будильник. Пока шли домой с магазина, очень весело и здорово в беседах прошлись до магазина, до торгового центра «Апельсин». Купили по дороге колу, за которую я еле расплатилась, потому что налички у меня нет практически никогда. Карта там что-то не сработала, в общем, в итоге переводом расплачивалась. Купили, значит, вот такой чокопай strawberry. Дальше. Вот такой вот гуте. Это печеньки, по-моему, французские. Изысканное тонкое печенье, классический французский рецепт. Фокусируйся давай. Оу, коконат, сезам. Диетари, фибер. Короче, вот такое вот печенье. Идем дальше. Вот такие две краски для волос. Фитоколор, красное дерево и жемчужный блондин. Вот такие две красочки я взяла. Дальше. С рыбой в соусе, с кроликом в соусе и с курицей в соусе. Корми скорее. Фирмы «Всегда добрый день». Влажный корм для кота. Вот такой вот салат «Соевое мясо». Дальше взяла вот такие вот капустные оладьи и вот такие вот драники. На кассе продавец подумала, что, короче, это не я беру, что это берет мужчина, который следом за мной. Не знаю, это просто совпадение она так решила, или она типа решила, что раз я женщина, у меня есть ребенок, я должна все готовить сама. А типа, если за мной мужчина следом, то, наверное, это его покупки, потому что мужики, типа, такие, знаете, холостяки, они только пельмени умеют себе отваривать и все, и жрут с кулинарии. Нифигашки! Бывают женщины, у которых нет вообще времени. И я половину еды готовлю, половину покупаю, либо полуфабрикаты, либо с кулинарии сейчас. Половину готовлю, супы всегда готовлю, там пасту готовлю, еще что-то, что-то покупаю, салаты готовлю, там картофель запекаю, что-то покупаю, потому что вообще некогда. Гель для душа «Орхидея» и гель для душа «Овсяное молочко» фирмы «Всегда добрый день». Беру первый раз, брала только такого формата от этой фирмы, с тремя ароматами разными, жидкое мыло, вот. Дальше, тоже «Всегда добрый день» фирмы, майонезный соус, вот такой классический, Махеев, кетчуп горчичный, вот такие вот здесь три вафельки взяла, губку, вот такую вот Селеста для мытья посуды, не знаю, тут написано для тефлоновых поверхностей, а я вообще покупала посуду мыть, ну типа ладно, фиг с ним. Вот, так, вот такие вот еще конфетки. Нас когда-то белая, кто? Белая черемуха. Нас когда-то в общаге тетя Наташа угостила. Они чем-то, по-моему, ромашку напоминают, я не помню. В общем, Дамиру сильно понравились эти конфеты. И он до сих пор вспоминает тетя Наташа, которая их его угостила. Имя, вот, Добавкин. Вот такой вот сливочный маргарин воронежский. Да, 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 вот эту вот бедную душу 90-х ничем ты... Это для кондитерки. Ничем ты никуда не уберешь. Все равно использую маргарин в готовке довольно-таки часто. Но маргарин маргарину рознь. Этот нам нравится, этот хороший. Это даже чем-то масло напоминает. Знаете, раньше были то ли Рама, то ли Рута, не помню. Было масло, которое очень напоминало маргарин. И вообще, 90-е это время маргарина, которое выдавали за масло. Вот. Ну, в общем, два багета мы еще взяли. Вот такие вот у нас сегодня покупки.